Всем привет! Вы на канале Таша в магазине. Сегодня я приехала в Светофор по адресу Сливовая, 42, город Краснодар. Магазин, как всегда, радует новинками. Всем желаю приятного просмотра. Трубочка для молока, ягодный микс, 25 трубочек. Со вкусом клубники, малины, шоколад, дыня и лесные ягоды. И второй вариант, молочная трубочка, также 25 штук. Фруктовый микс. Со вкусами апельсин, персик, банан, тропик и шоколад. 123,50. Термометр медицинский электронный. Измерение за 60 секунд. Звуковой сигнал и жесткий наконечник. Изготовитель Китай. 145 рублей. Лапша яичная по-домашнему. Номер 4. Макаронные изделия группа Б. Высший сорт. Вес 410 грамм. 29 рублей. Крупа рисовая, рис шлифованный, первый сорт, масса нета 800 грамм, 40 рублей 50 копеек. Томаты черри маринованные, ГОСТ, высший сорт, 680 грамм такая баночка. Эх, какие симпатичные. 64 рубля. Корнишоны по-баварски маринованные, семейная покупка, пиканта. Изготовитель город Москва, 720 грамм. Огурчики очень красивые. 120 рублей. Закуска венгерская, 500 грамм. Закуска-то очень вкусная. 55 рублей. Икра из кабачков, 480 грамм. 43 рубля. Зеленый горошек из мозговых сортов, 425 миллилитров. Масса нета 400 грамм. Масса основного продукта 240 грамм. Изготовитель город Тверь. 32 рубля. Лапша крахмальная фунчоза. Вес такой упаковочки 500 грамм. Наоборот, есть способ приготовления. 113 рублей. Плов с овощами на второе. 25 минут и готово. Вес такой упаковочки 250 грамм. Наоборот, есть способ приготовления. Изготовитель Республика Карелия. 68,50. Кукурузные палочки. Сладкая сказка на новый лад. Вес упаковочки 400 грамм. Палочки, кстати, очень вкусные. 49,90. Луковые кольца со вкусом шашлыка. Масса нет 200 грамм. 43,50. Сухие завтраки, колечки. Масса нета 400 грамм. Изготовитель Ростовская область. 49,90. Пряники заварные. Фруктовые ассорти с абрикосовой начинкой. Изготовитель Ростов-на-Дону. Пряники выглядят очень аппетитно. Возьмем тоже на пробу. 59 рублей. Печенье сдобное ассорти 800 грамм. 129,90. Печенье сдобное с йогуртовой начинкой. Вес 1 килограмм. 124 рубля. Зефир классический 1 килограмм. 142 рубля. Зефир классический в глазури. Вес упаковочки 1 килограмм. 173,50. Печенье сдобное с начинкой. Вес 1,2 килограмма. 155 рублей. Печенье с шоколадными дропсами. Вес упаковочки 1 килограмм. 138 рублей. Торт бисквитный, шоколадный. 230 грамм. Второй вариант сливочный. 62 рубля. Пирожное бисквитное Тимми. 330 грамм. 10 бисквитиков с малиной и сливками. 69 рублей. Галеты нежные сливки на фруктозе. Демидовская забава. Вес упаковочки 600 грамм. 99,90. Торт мокко какао медовый 1 килограмм. 160 рублей. Печенье сырное. Вес 550 грамм. Ростов-на-Дону изготовитель. 105,50. Мини-слойки с маком, сахарной посыпкой. 800 грамм, 121 рубль. Печенье сдобное, апельсиновое, в глазури. Вес 1 килограмм, 159,90. Птичье молоко шарм с ванильным вкусом. Изготовитель Краснодарский край. Вес 600 грамм, 145,50. Комплект детской мебели. Материалы металл, ЛДСП, пластмасса и самоклеящая ламинированная бумага. Высота стола 520, высота стульчика 550. И
Посмотрим еще поближе габариты. 600 на 450 размер стола. И стульчик 260 на 290. К сожалению, в магазине нет комплекта в сборе, только в коробках. Изготовитель Ижевск. 1349,90. И новый привоз. Стол-книжка стандарт. Тоже только в упаковках. Размер 1600 на 750 и на 800. Вижу скрытая упаковочка. Покажу вам. Изготовитель город Пенза. 2918,50. Трактор с прицепом. Прицеп поднимается. Очень яркие, красивые кубики разной формы. Изготовитель России, город Тольятти. 338 рублей. Тематический игровой набор. Корзина с овощами. Изготовитель Украина. Яркие какие красивые овощи. Вот такой третий вариант. Материал пластик. Капуста как настоящая. Перчик, огурчик. 182 рубля. Мяч-диск трансформирующийся для активных игр. 6+, 2 в одном. Меняет форму в полете и при ударе. Из плоского превращается в круглый. Изготовитель Китай. 323 рубля. Игрушка «Маленький доктор». Материалы пластик и бумага. Изготовитель Украина. 182 рубля. Игрушка дрель. Материал пластик. Изготовитель Украина. 182 рубля. Игровой набор. Помощник сантехника. Изготовитель Китай. 266 рублей. Двусторонний говорящий плакат. 60 правил поведения, 55 вопросов и загадок, 8 песенок и стихов, 50 интересных звуков, веселые игры, да нет загадки. Плакат размером 41 на 55. С одной стороны безопасность на улице, с другой стороны безопасность дома. Плакат упакован в чемоданчик и работает плакат от 3 батареек 3А. 369,50. Какие интересные книжки, пазлы появились в светофоре. Мир сказки, размер 15 на 15, строим дом. Немножко полистаю, покажу вам стишки. Удобно начать игру. Зверята в лесу, тоже полистаю немножко, покажу. Ой, какие яркие, красивые. Также зайчика можно разобрать и собрать. Здесь медвежонок. Следующая считалочка. Ой, какие картинки красивые. Самой захотелось поиграть. Зайчонок. На дороге. Паровозик тоже, это пазы. Зверята в деревне. Картинки глаз не оторвать. 124,50. Игровой подарочный обучающий набор в чемоданчике. В такой набор входит дидактическое лото, состав числа, части целого, собирайка, игра-ходилка и пазл, 104 элемента. Волшебные подружки и их любимые зверушки. Набор жемчужных аппликаций. В наборе 3 картины, размер 23 на 17, бусинки, пайетки и двухсторонние стикеры. В наборе подарок сюрприз, 3 в одном. Набор без клея и ножниц. Следующий вариант, настольная игра-ходилка, дидактическое лото, пазл 104 элемента, состав числа, части целого и собери слово. Также 6 в одном. Такой набор создан для развития навыков чтения, счета, логического мышления, наблюдательности и мелкой моторики. И еще один обучающий набор чтения и счет. Азбука, словарик, циферки, считалочка, настольная игра «Дорога в школу» и настольная игра «Большая перемена».
изготовитель Москва, 345 рублей. Доска разделочная, размер 210 на 310. Материал фанера. В магазине, как всегда, большой ассортимент, 98,50. Салфетки перышко, размер 33 на 33, трехслойные, 20 штук, 31,50. Не забывайте ставить пальчик вверх или вниз, если понравилось или не понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, отличных покупок и до новых встреч!